Капітальний ремонт доріг, Євробачення, Прозоро та новий проєкт реконструкції алеї героїв АТО – досить актуальні теми для нашого регіону, які бентежать більшість мешканців. Тому саме про них ми зараз і поговоримо із радником голови Дніпропетровської облдержадміністрації Юрієм Голіком. Добрий вечір. Добрий вечір. Ну, давайте, наверное, начнемо з Євробачення. Два варіанти розвитку подій. Всі сроки вже пройшли, победителя не об'являють. Возникает вопрос, если таки выиграем, успеем ли, и если проиграем, то что будем делать дальше? А у нас не меняется стратегия нашей работы вне зависимости от того, выиграем мы или проиграем. Почему? Потому что мы на каком-то этапе утратили понимание логики происходящего процесса и выбора оргкомитетом. И мы посмотрели на эту проблему с другой стороны. О том, что ключевую историю для города Днепра в Евровидении это была реконструкция Метеора. Забрать его в коммунальную собственность, баланса Южмаша, разгрузить Южмаш от этих долгов, реконструировать, реконструировать прилегающие территории, чтобы это было таким якорным местом в данном районе областного центра нашего региона. А будет проходить Евровидение, не будет проходить Евровидение, денег из госбюджета нам никто на реконструкцию Метеора не обещал. А более того, наоборот, из города Днепра из бюджета требовали 5 миллионов евро гарантии и Европейскую вещательную ассоциацию для проведения Евровидения. А если мы Евровидение не проводим, то мы просто должны вместе с городом взять на баланс коммунальный либо областной Метеор, его реконструировать и проводить там нормальные мероприятия, уже те, которые захотим. И почему это важно? Потому что город Львов, который когда-то принял стратегию развития как туристический город, им это, понятно, сделать легче, не ближе к западной границе нашей страны, а тем не менее они начали проводить огромное количество мероприятий на Львов-арене. Львов-арена принадлежит Министерству молодежи и спорта, но там проходит, вот сейчас начинается книжковый форум, до этого был медиафорум. А почему книжковый форум или медиафорум нельзя провести в Днепре? Потому что мы не выступили с такой инициативой. Да, действительно, в Днепре нет места, где бы его можно было провести на достаточно нормальном уровне. Если мы заявляли о том, что деньги в областном и в городском бюджете есть, значит, нужно это сделать. Нужно это сделать не спеша, а не устраивать очередную стахановскую стройку, как это того требовал оргкомитет, спокойно построить и начать громаде и всем жителям города пользоваться этой ареной. Вот и все. Но если все-таки так произойдет и скажут, Днепр победил, успеем все сделать? Вы знаете, или нет, мы не верим в то, что скажут, Днепр победил, потому что были некорректные заявления господина Аласани о том, что у Днепра там какие-то проблемы. На самом деле проблемы сводится к следующему. Например, нам говорят, у вас не хватает мест в гостиницах. Мы говорим, окей, а почему вы считаете? Мы считаем по отчету Министерства туризма, там, молодежи и спорта. Мы говорим, хорошо, а где будут люди бронировать гостиницу? Наверное, через самый распространенный сайт Booking.com. А давайте зайдем на Booking.com и посчитаем, какое количество мест там. Они говорят, ну, конечно, там в два раза больше, но просто там определенные гостиницы не имеют печати Министерства там, молодежи и спорта, поэтому они не могут считаться гостиницами. Ну, то есть вот какие-то вещи чисто бюрократические, которые мы перестали понимать. То есть либо стране нужно провести Евровидение на высоком уровне, либо давайте будем обкладываться бумажками, чтобы никому ничего за это не было. Мы рассчитывали, что если мы 1 августа объявили бы Днепр победителем, то мы первое мероприятие в Метеоре тестовое планировали провести на День всех влюбленных 14 февраля. Понятно, что сдвижка на один месяц, она критична, но не совсем. Но чем ближе к дате проведения Евровидения, тем больше рисков. Тем более тот подход, который изначально оргкомитет демонстрировал, и тот подход, который он демонстрирует сейчас, это две большие разницы. Вот в таком состоянии мы не готовы влазить в этот проект, потому что понимаем, что чем дальше, тем больше будут все сбрасывать себе ответственность и навешивать их. Так мы не против были с самого начала ответственность на себя взять, но нам же это сделать не дают. А вот ехал к вам на эфир и появилось там заявление министра культуры Нищука о том, что скорее всего Евровидение будет проходить в МВЦ в Киеве. Ну, вот значит, наверное, так. Ну, давайте тогда ближе к нашим проблемам. Капитальные ремонты дорог. Итак, зачем деньги ремонтируем, что ремонтируем, сколько уже успели? И... Да, смотрите, значит, в этом году из областного бюджета на капитальный ремонт дорог в коммунальной собственности, находящихся по всей области, это то, что не дороги госзначения, то есть не дорога Днепр-Николаев там, или Днепр-Донецк, а выделено более 500 миллионов гривен. Это в 2,5 раза больше, чем было выделено в прошлом году, и в 16,5 раз больше, чем было в позапрошлом году. То есть таких денег из областного бюджета никогда на дороге не выделялось. Это все последствия при
неприятные последствия бюджетной децентрализации, которая произошла в стране с 1 января 2015 года, и которой мы научились пользоваться. В этом году 165 дорог будет отремонтировано за счет областного бюджета по всей области. Мы не лезем только в город Днепр, у которого достаточно средств, чтобы ремонтировать самому. 66% дорог уже закончено, на всех остальных ведутся работы. Задача, которая руководителем региона Валентином Резниченко поставлена перед профильными службами, до начала холодов, до начала дождей все дороги должны быть сделаны, должны быть сделаны качественно, чтобы в следующем году их не переделывать гарантийно, и тем более, чтобы не происходили такие вещи, как происходили все последние 10 лет, когда из года в год одни и те же дороги постоянно переделывались. В следующем году мы рассчитываем, что мы выделим еще больше денег на дороги, и мы хотим за 2-3 года все дороги, находящиеся на балансе территориальных громад, привести в порядок. Отдельная история – это дороги государственного значения. Печальная дорога Днепр-Николаев через Кривой Рог, на которую было выделено 390 миллионов гривен. Договор с победителем, по которому теоретически есть акцепт на торгах, не подписан. Дело находится в антимонопольном комитете. Рассмотрение антимонопольного комитета 12 числа. Даже если будет принято положительное решение, есть простая статистика. На ремонт этой дороги нужно 160 тысяч тонн асфальта. Если даже привести 4 современных мобильных завода, которые будут работать круглосуточно, только с перерывами на промывку, на засыпку и просто чтобы люди спали, то теоретически 80% дороги можно было бы успеть сделать, если еще нам повезет с погодой и не будет дождей. Проблема в том, что все заводы разобраны и вся страна строит дороги, и их не так просто сейчас собрать, их вести нужно было еще месяц назад. Поэтому мы рассчитываем, что служба автомобильных дорог со своими обязанностями не справится, деньги, которые выделили из госбюджета, она не освоит, дорогу она в лучшем случае может только начнет делать какие-то участки, и мы считаем, что они этот год провалили. Мы готовы были выступить лоббистами службы автомобильных дорог в Днепропетровской области и привлечь деньги из госбюджета в область еще, но видя такое отношение, мы понимаем, что им нужно научиться работать. Там поменялся в очередной раз руководитель, мы надеемся, что в этот раз это не будет уже какое-то проклятое место, туда пришел нормальный человек, который сможет наладить работу, и если служба автомобильных дорог будет делать дороги такими же ударными темпами, как мы и все населенные пункты, то тогда через 2-3 года в области будут действительно идеальные дороги. Если говорить все-таки о тех недостатках, которые так или иначе всплывают после ремонтников, то каким образом происходит, скажем так, восстановление? В прошлом году, и с какими лицами? В прошлом году, когда мы внесли в договор с ними пункт о гарантии, никто не верил, что мы его будем использовать. Мы его использовали, 16 дорог с прошлого года заставили переделать, вот две только сейчас, потому что были суды, люди думали, что там могут в судах чего-то добиться, ничего они там не добились. В этом году мы договор ужесточили. Более того, было два случая, когда наш технадзор дорогу не принял, потому что она была ненадлежащего качества, и заставили подрядчика дорогу переделать. Мы надеемся, что до всех дошло, что шутки кончились, теперь нужно делать с первого раза идеально, давать гарантию 3-5 лет в зависимости там, от степени ремонта, от глубины ремонта, да, так называемой, и тогда в ближайшие 3-5 лет к этой дороге не надо возвращаться. Вот. А проблемы там все одни, это банальная человеческая жадность и желание заработать побольше и на чем-то сэкономить. К сожалению, чудес не бывает, там чистый технологический процесс, в котором если вы чего-то не доливаете, либо не домешиваете, то вы на выходе получаете другое качество. Все. Если говорить о коррупционной составляющей, насколько она снизилась по сравнению с другими годами? Понятно, что 100% не может? Нам сложно сказать, какая она была до этого, потому что мы никогда госуправлением не занимались, и мы не были в этой внутри системы, мы не понимаем, какая она была тогда. Мы понимаем то, что если раньше принимались государством некачественно сделанные дороги, это называется разворовывание денежных средств, либо их использование ненадлежащим образом, то сейчас мы эту порочную практику прекратили. По крайней мере, мы точно уверены, что все дороги, которые мы принимаем, сделаны идеально. То есть, если с этой точки зрения подходить, то коррупция, если она там какая-то была, сейчас ее нет. Все, до всех подрядчиков это довели. Более того, есть порядка 6 подрядных организаций с прошлого года, которые в этом году на территории области не работают, потому что они завалили всю свою работу в прошлом году. Давайте поговорим о реконструкции аллеи героев АТО, которая возле облгосадминистрации. Администрации. Проходил ли какой-то конкурс на лучший проект и вот вообще как это будет проходить? Смотрите, откуда возникла эта идея. Та аллея, которая есть сейчас, она находится на солнечной стороне. Летом фотографии выгорают. Мы возле нее ходим каждый день, когда идем на работу с работы. И она находится в ненадлежащем состоянии. Она возникла стихийно. Те общественники, те матери погибших парней, которые приходят к нам в облгосадминистрацию, они говорили, давайте переделаем эту аллею, давайте сделаем ее нормальным. Но все сводилось к тому, что там сделать другие стенды, заменить. То есть это все закончилось то же самое, выгорает.
собирали бы фотографии, нужно было бы там что-то придумывать, каждый год их менять. У нас родилась идея о том, что в сквере возле облгосадминистрации отвести отдельное место, где сделать аллею, где сделать большие такие таблички из толстого стекла, на которые будут выгравированы фамилии всех погибших. А самый основной момент для нас страшный, это этический, о том, что наши парни продолжают гибнуть на этой войне, и нам бы не хотелось на этих табличках оставлять место. Да, гравировать новые фамилии, тем более оставлять место, но представьте, все будут понимать, для чего они. Это то, через что мы не можем переступить. А, кроме этого, в бюджете в областном денег на такой проект предусмотрено не было. Тот проект, который сделан сейчас и представлен на суд общественности, он сделан за частные деньги там, представителей команды Валентина Резниченко ВГА. А мы сейчас активно общаемся с общественниками и пытаемся учесть все их пожелания. В чем сложность? Сложность в том, что у любого общества нет единого мнения. Даже на выборах 100% ни за кого не голосуют, если это не диктатура, а не нарисованные выборы. Да? Поэтому кому-то проект нравится, кто-то говорит, сделайте по-другому, сделайте еще. Мы пытаемся найти какой-то консенсус со всеми, чтобы проект не потерял своего изначального предназначения, и в то же время, чтобы он был функциональный, но были учтены все возможные пожелания. Сколько этот процесс у нас займет? Если он закончится, условно говоря, завтра, то мы готовы были бы в этом году этот проект сдать. Вот. А с учетом того, что обсуждения еще идут, мы вот когда поставим точку, чтобы потом не было скандалов и никто не говорил, что его там не услышали либо не послушали, мы со всеми общаемся и доносим наше видение, там, вносим какие-то изменения. Как только мы закончим, мы тогда готовы будем приступить к строительным работам. Ну, дело в том, что, насколько я знаю, уже элементы реконструкции начались, появился там забор где-то уже, да, и практически с первого дня произошел определенный там конфликт с некоторыми общественниками, активистами, вот госпожа Кострюкова там достаточно сильно возмущается. Вот как это прокомментируете? Смотрите, есть кто-то возмущается, кто-то приходит и смотрит в проект и говорит, да, проект хороший. Допустим, 2 недели назад было в Чернигове съезд матерей погибших наших солдат в зоне АТО. Там наш центр помощи воинам, оточленным их семье, презентовал этот проект. Сказали, что ничего подобного ни одна область в Украине не делает и близко. То есть максимум ставят мемориальные таблички. А мы, понимаете, мы не хотим скандала. И второе, мы понимаем чувство каждой матери, потерявшей там сыновей, там все кого-то потеряли, родственников, знакомых там и так далее, да, поэтому мы не готовы с ней спорить и там что-то доказывать, мы просто пытаемся понять, как она себе это представляет и как каждая мать, приходящая туда, это представляет, и внести эти изменения в проект, чтобы довольны были все. Вот это вот самое сложное, потому что очень эмоциональная окраска предана этому проекту, и вот ее пройти — это очень тяжело. Давайте поговорим еще на одну достаточно актуальную тему. Область уже практически год живет в системе электронных торгов «Прозора». Ну, начнем, наверное, с позитива. Чего удалось достичь? Год живет Днепропетровская облгосадминистрация, область живет с 1 августа. Да, у нас есть отдельные города типа Кривого Рога или Новомосковская, которые до последнего не переходили, а в последний день умудрялись там закупать елочные игрушки на 10 лет вперед. А чего мы добились? Мы добились того, что если брать по количеству, по объему бюджета и по количеству закупок, Днепропетровская облгосадминистрация как отдельный госорган не является каким-то лидером в стране. То есть понятно, что любое министерство с кучей своих державных предприятий закупает больше, чем значительно мы. Больше. Но если за на BI Прозора Gov.ua, мы видим, что Днепрога до сих пор на 3-м месте по количеству объявленных торгов и на 1-м месте по качеству завершенных. То есть это соотношение завершенных к количеству объявленных. Потому что многие могут объявлять, потом их не доводить до конца, они могут виснуть, там могут поступать жалобы и так далее. Мы добились того, что если брать всю область, то по области порядка 120 миллионов гривен сэкономлено. 120 миллионов гривен, ну, допустим, бюджет города Покров, бывший Орджоникидзе, на этот год 50 или 55 миллионов. То есть считайте, 2,5 бюджета такого города, как Покров, сэкономили, и эти деньги пошли на развитие, а не на проедание. То есть какие-то дороги построены, какие-то водоводы сделаны, детский садик мы открыли, сейчас запускаем в эксплуатацию. И это то, что люди могут увидеть, и это то, что видно. Это улучшение их качества жизни. Плюс мы огромное количество людей поменяли отношение к госзакупкам, и мы добились от того, что все стали в этой системе разбираться. Мы подключили общественность, и на примере громадского контроля все убедились, что с властью в лице облгосадминистрации можно работать. Можно заходить в это здание, там никто не кусается и там никого не бьют. Можно делать действительно хорошие вещи. И наш кейс взаимодействия громадского контроля и облгосадминистрации сейчас передается всей Украине. Кабмин официально всех призывает привлекать общественников к внедрению «Прозор». Ну, если говорить о том, вот вы упомянули, что есть кто сопротивляется, как боретесь?
с теми, кто сопротивляется. У нас, вот мы вчера завершили создание, ну точнее описание трехконтурной системы мониторинга Прозора. Почему? Потому что каждые объявленные торги там нужно контролировать на каждом этапе. Есть аудит облгосадминистрации, администрации, есть внутренний аудит конкретного департамента, которому коммунальный заклад подчиняется, есть независимый аудит того же громадского контроля, который это все оценивает. Мы в рамках того законодательства, которое существует, нашли единственно работающую схему, когда за доказанное умышленное нарушение принятой комиссией человек на коллегию облгосадминистрации, руководитель конкретного коммунального заклада, получает дегану. Дегана, ну это если футбольный термин брать, предупреждение, желтая карточка. Если он получит вторую, независимо через год это произойдет, либо через день, это его автоматическое увольнение. Дальше документы передаются в облсовет, там собирается очередная сессия, сессия голосует за увольнение, несколько директоров коммунальных закладов уже под первыми доганами находятся, теперь боятся шевельнуться, а каких-то сотрудников райдежа администрации, которых мы можем распоряжением губернатора и распоряжением главы райдежа администрации увольнять, мы уже уволили на этапе, вот те, которые проводили эти торги. И если раньше мы видели, что дисквалификации и неправомерные дискриминации бизнеса происходят там на крупных суммах, то сейчас по крупным суммам у бизнеса замечаний нет, есть там замечания уже по мелким суммам до 10 тысяч гривен. То есть мы считаем, что система работает, но мы хотим, чтобы замечаний не было вообще. Плюс мы первыми в стране внедрили типовые спецификации. На одном простом примере дезинфекции либо рентгеновские пленки, они все одинаковые, потребности в каждой больнице, если это там не какая-то специфическая больница инфекционной направленности. И когда каждый закупает отдельно по разной цене и выписывает отдельные техзадания, нам это непонятно. Поэтому мы распоряжением Валентина Михайловича Резниченко приняли типовые спецификации, довели это до всех закупщиков в каждом коммунальном закладе, и все теперь покупают как под копирку, и выровнялась абсолютно цена. То есть мы еще такими искусственными методами меняем систему, убираем оттуда фактор коррупции. Давайте поговорим еще об одном очень важном направлении. Сейчас, безусловно, пока тепло, плюс 30, но наступила осень, и очень скоро начнется отопительный сезон. Есть определенные цифры о подписании тех или иных паспортов по котельням, по школам, по детским садикам. Ну вот руку-то на пульсе держите. Насколько будем замерзать или не будем замерзать? Ну, замерзать мы не будем точно. И в прошлом году никто не замерзал. Тем более здесь немножко на нашей стороне играет погода. Зимы стали теплее, и страна избавляется от зависимости от российского газа, меньше его сжигая. Плюс в области идет активная программа перевода отдельных котелен, отдельных учреждений, целых жилмассивов на альтернативное топливо. Где-то это пеллетные котельные, где-то это новые газовые котельные, где-то там еще какие-то. И этот процесс постоянно продолжается. На самом деле проблема системная, потому что если во многих городах стоят старые советские котельные, построенные в 50-х годах, которые никогда не реконструировались, то, наверное, проще уже там строить новые котельные, рядом запускать, и тем более они дешевле получаются в эксплуатации. Постепенно этот процесс идет. Мы уверены, что 100% домов и 100% объектов социальной сферы тепло получат и будут получать его нормального качества. Если говорить о том, жители Днепропетровщины в 2016-м стали больше или меньше жаловаться на сотрудников аппарата? Аппарата чего? Аппарата облгосадминистрации. Понимаете, мы понимаем. У нас такая странная система в области, когда самая раскрученная, наверное, единственная работающая горячая линия есть в облгосадминистрации, куда жалуются на всех. На всех. Поэтому на облгосадминистрацию жалуются в меньшей степени. Обычно жалуются на что? Там, где больше всего населения. Это Днепр-Кривой Рог, ну и, соответственно, Днепропетровские, Криворожские районы. И на отдельные госорганы, там, например, там, на полицию жаловались. Все. А стало ли меньше жалоб, мы можем оценивать по себе как. Вот мы когда начали изменения в сфере транспорта, тот, который нам подпорядкован и которым мы можем как-то управлять, то количество жалоб сократилось примерно в 3 раза. То есть если раньше жаловались, что атошников не пускают с бесплатным проездом, их саживают, если жаловались там, на некачественный там, вид водителя, то сейчас некоторые компании вообще повводили униформу, другие компании начали следить за техническим состоянием своих средств, чего они раньше не делали, и по количеству жалоб мы видим, что стало меньше. С другой стороны, мы понимаем, что было очень много обращений, но не жалоб, как оформить
оформить субсидию, когда был отопительный сезон. И мы первыми в стране начали консультировать по оформлению субсидий. Вот прямо по телефону, не говорить, ваша жалоба записана, вам дадут разъяснение, оно вам придет на почту. А мы рассчитываем, что в прошлом году мы очень хорошо поработали с субсидиантами, очень много субсидий оформили, в этом году таких звонков будет меньше. А жалобы на власть будут всегда, потому что мы уверены, что невозможно поменять одну облгосадминистрацию, если не меняется власть во всей стране. То есть начинать надо, наверное, с Киева, с кабинета министров, которому там так или иначе оперативно облгосадминистрации подчиняется. Нужно избавляться от лишних функций, нужно сокращать количество чиновников, и тогда, наверное, жалоб станет вообще мало. Ну, дякую, що знайшли змогу і завітали до нас, відповіли на ті запитання, які турбують наших мешканців. Сподіваюсь вас бачити в цій студії за оновленим вже столом найближчим часом. Дякую.